Кейн, насчет случившегося. Того, что ты сказала. Нам сейчас не до того. Я ошибалась. Минута слабости. Я просто... Инфекция. Хрень внутри Тейлора, в Хендриксе, во мне. Как ее остановить? Мы можем только сдержать ее. Если сумеем остановить Тейлора, у нас появится шанс. Если будет нужное оборудование, нужно только поддержать Хендрикса. Это может и неофициально, но мы хорошо сработались. Он знает, что приказы сейчас отдаю я. Он знает, что делает, и думаю, он поступит правильно. Хендрикс был прав. Тейлор заключил сделку с НК. Сейчас он прячется в Каирской крепости, Лотосовые башни. Если говоришь правду, через пару часов мы тронемся не меньше, чем он. Жители не собираются сдаваться. Египетская армия и гражданское ополчение сражаются с нами бок о бок. Неожиданное восстание застанет НК врасплох. Заставит ослабить хватку. Как во время атаки на Рамзес. Используем его как отвлекающий маневр. Когда покончим с Тейлором, мы найдем способ избавиться от дряни у нас в головах. Чего бы это ни стоило. Когда Хаким умрет, проберемся на пост безопасности и выведем Нево из строя. Тогда и правда начнется восстание. Мне абсолютно насрать на ваше восстание. Тихо. Этим дилетантам лучше нам не мешать. Пожалуйста, не убивайте меня! Ладно, ближайший пост безопасности на 25-м этаже. Это наша цель. Как только вы доберетесь туда, я перегружу Нево Нильцев. Будьте настороже. Между нами и тем, что вы ищете, лежит город Нильцев. И мы скоро будем там с самыми желанными гостями. Помните, нападение должно быть жестоким. Это должно быть декларацией силы. Каир готов атаковать после смерти генерала Хакима. Отрежь голову курицы, пусть тело само уничтожится. Делайте, что нужно. Какого дьявола? Жители Каира! Теперь вас выход! Заберите назад! Разметало, но они перегруппируются! Братья! Вернем себе наш город!
Кстати, осторожней! В этой зоне есть мирные! Я... Вот, мобильная мастерская перед вами. Она доставит нас прямо на 25 этаж. Я довезу нас на 25-й. Начинаем! Прикройте нас огнем! Подкрепление ниндзя заполонили нижние этажи. Если их там не удержать, задание будет провалено. Есть предложение? Вперед! Мне нужно защитить мирных! Давай, бой скаут! Гражданские, смотрите, куда стреляете. Новые ниндзя на подходе! Они блокируют этаж. Сканирую в поисках вариантов. Этот воздуховод идет на пост безопасности. Правда? И это все, что у вас есть? Олежка, Хендрикс, это не настоящий ты. Это штука в твоей голове. Ведь
вентиляционные отверстия прямо по курсу. По крайней мере, мы можем на них что-нибудь скинуть. Рассредоточиться и занять укрытие! Идите на обоих этажах! Мне нужно попасть в систему. Лучше. Халиль, я тут. Перезагрузка через 3 минуты. Эй, Кейн! Хватит выделываться перед Халилем. Лучше поищи Тейлора. Сконцентрируйся, Хендрикс. Вижу. Джон Тейлор в 7-м блоке. 90-й этаж. Он может вырваться в любой момент. Но не хочет. Почему? Дерьмо. Оно? Он нас видит? Не знаю, осталось ли что еще от Тейлора. Думаю, мозг его поджарился. Можете выступать. Подтверждаю! Поддержка с воздуха в пути! Свои на подходе! Стреляй осторожно! Хватит маяться херней с местными. Каков наш кратчайший путь к Тейлору? Поднимите мастерскую на 90-й этаж. Это путь к исправительному центру. Присматривай за Хендриксом. Он выходит за границы. Понял. Эти бедолаги выступили против чертовой НК, и они надеялись, что у них есть шанс. Всегда есть шанс, Хендрикс. Через 1/2 года они будут под новой волной репрессий. Попомни мои слова. Боже, надо остановиться. Мы где вообще? Чуть ниже 88-го этажа. Используйте путь на крышу, чтобы выбраться оттуда. С
Следуйте за отметкой. Она приведет вас к тюремному блоку. Тейлор должен быть там. Давно бы так! Подкрепление уже внутри. Я могу сказать что-нибудь, чего мы еще не знаем. Щиты впереди! Поберегись!
остановлен. Принято, Кейт. Мы почти на месте. Тейлор, отойди. Сдавайся, Джон. Все кончено. Ну давай, брат. Ты же знаешь меня. Хендрикс. Да. Это я, брат. Ты там, Джон? Ты меня слышишь? Ты не понимаешь. Я заберу нас домой. Мы будем в безопасности. Мы все. В безопасности? Что значит безопасно? В какой? Джон! Джон, не уходи! Что за зимний лес? Роботы небезопасны! Тейлор их контролирует! Назад! Роботы Инка совсем взбесились. Тейлор подключился к их коллективному разуму и управляет ими. Эта штука внутри. Она выжжет ему мозг. Да он нахер собрался! Вы с Сарой были рядом, когда она умерла. Я знаю, потому что я тоже там. Куда? Куда мы идем? Представь себя в зимнем лесу. Не в себе. То, что в твоей голове не ты. Ты можешь с этим справиться. Наши разумы связаны, я знаю, что происходит. Тейлор, ты здесь? Тейлор! Кейн, где он? Вижу Тейлора. Он идет по крытому переходу во вторую башню. Эй, Кейн! Дверь ведет наверх. Это сработает. Двигай! Во
Вам стоит поторопиться. Песчаная буря разразится меньше, чем через 10 минут. Башню. Нильцы превратили ее в арсенал, а на крышу устроили посадочную площадку. Он идет на крышу. Он сматывается. Помоги мне! Воздушная поддержка идет на позицию. Энтер! Мне нужно подкрепление! Крупные силы НКА окружили нас! Халид, ответьте! Мы потеряли связь. У нас сильные помехи. РПД Халиля небезопасен. Мы потеряли связь и картинку. НК взяли его в плен. Мы пытаемся его найти. Ей нужно помочь Халилю. Мы бы не дошли так далеко, если бы не он. Знаю, но мы должны остановить Тейлора. Я буду слушать переговоры НК. Узнаю, где он. Как только выясним, сразу отправляемся за ним. Обещаю. Эй, сколько еще до песчаной бури? Несколько минут максимум. Не останавливайтесь. Голове. Что-то с твоим ПНИ морочит себе голову. Что это, Джон? Что за синий лес? Что это за херня? Кейн, что-то пошло не так. Мои системы отключаются. Это инфекция. Разум Тейлора перегружен. Думаю, поэтому она распространяется на других. Не поддавайся ей. Борись с ней. Останься.
Эй! Нам надо идти. Хендрикс, ты со мной? Ты еще здесь? Я еще здесь. А что по поводу Тейлора? Где он, Кейн? Вижу. Поднимается на мобильной мастерской. Пой нам в сторону, Кейн. Вверх. Джон, послушай, ты можешь это остановить. Это нельзя остановить. Все уже случилось. Это конец. Ты сам пошел по этой дороге. Ты не оставил мне выбора. Я сам спущу курок. Но ты не хочешь этого делать, а, Джейкоб? Все в порядке. Тебе нужно расслабиться. Закрой глаза. Представь зимний лес. Я вижу тебя там. Не слушай его, Хендрикс! Это не Тейлор с тобой разговаривает! Ты уничтожил отделение ЦРУ во всем мире. Ты поставил под удар союз Уинслоу. И для чего? Ты хоть знаешь? У тебя есть малейшая догадка? Тебя использовали. Нас всех использовали. Как ты не видишь? Когда мы установили это дерьмо в свои головы, мы отдали им свои души на блюдечко. Актер, играющий роль. На этот раз я злодей. Что происходит? Тейлор трахается с нашей связью. Он движется к крыше. Похоже, он дистанционно управляет судном. Мы не можем дать ему сбежать из башни. О, черт. Дерьмо! Их слишком много. Задержи их, Хендрикс. Я иду за Тейлором. Остановись! Еще не поздно, мы можем вытащить это из головы! Тейлор контролирует мобильную базу НК. Высылаю вам передвижные арсеналы. Хватай пулеметы из арсенала! Конец! Снаряды летят! Ты понимаешь, что с тобой происходит? Я знаю, что ты меня слышишь! Я знаю, что ты можешь бороться! Тебе еще многому предстоит научиться. То, что происходит с тобой, происходит в твоем ПНИ. Ракеты летят! Твой путь может показать все варианты. Но только ты можешь принять решение, чем пожертвовать. Тебе не нужно быть злодеем, Тейлор. Еще не поздно. Мобильная база запускает ракеты. В укрытие! Вы с Сарой были рядом, когда она умерла. Я знаю. Потому что я тоже там был. Ты прав.
Я был вместе с Холл, когда она умерла. Я знаю, что она видела. А еще я знаю, что все это неправда. Все это. Тик-так, тик-так, салат, тебе требуется только одно. Ты знаешь меня. Доверься мне. Еще не поздно поставить точку. Иногда нужно уметь отпускать. Мобильная база запускает ВППС. Высылаю вам передвижные арсеналы. Хватай пулеметы из арсенала. Очнись. Тейлор, послушай меня. Ты можешь положить этому конец. Укрытие! Ракеты летят! Я знаю, что ты меня слышишь. Я знаю, что ты можешь бороться. Снаряды летят! Тебе еще многому предстоит научиться. То, что происходит с тобой, происходит в твоем ПНИ. Мобильная база запускает ВППС. Твой ПНИ может показать все варианты. Но только ты можешь принять решение, чем пожертвовать. Тебе не нужно быть злодеем, Дэйв. Еще не поздно. Тейлор контролирует мобильную базу НК. Высылаю вам передвижные арсеналы. Послушай меня! Ты можешь положить этому... Укрытие! Ракеты летят! Я знаю, что ты меня слышишь! Я знаю, что ты можешь бороться! Тебе еще многому предстоит научиться. То, что происходит с тобой, происходит в твоем ПНИ. Твой ПНИ может показать все варианты, но только ты можешь принять решение, чем пожертвовать. Тебе не нужно быть слабым. Еще не поздно. Вы с Сарой были рядом, когда она умерла. Я знаю. Ты тоже там был. Ты прав. Я был вместе с Пол, когда она умерла. Я знаю, что она видела. Я знаю, что все это неправда. Все это. Тик-так, тик-так, салага. От тебя требуется только одно. Ты знаешь меня. Доверься мне. Еще не поздно поставить точку. Иногда нужно уметь отпускать.
подходе! Кейн! Хендрикс! Тейлор, ты не в себе. Что-то внутри тебя. И оно контролирует тебя. Я знаю. Оно должно расти. Оно хочет всех. Ты можешь бороться, Тейлор, ты можешь! Должен выбраться. Все в порядке. Все в порядке. Все получилось. Все прошло. Мы в безопасности. Не в безопасности. А здесь. Все еще. Ты. Хендрикс. Нет! Хендрикс, какого хера ты делаешь? Диас, Моретти, Холл. Теперь Тейлор. Все мертвы. Какова ситуация? Тейлор захвачен? Мертв. Хендрикс его убил. Ты победил. Ты получил, что хотел. Хендрикс! Куда ты пошел? Представь себя в зимнем лесу. Держитесь, я на пути к вам. Хендрикс сбежал. Я тяжело ранен. Кейн, ты должна мне помочь. Я нужен там. Я должен остановить Хендрикса. Чего бы это ни стоило. Если ты сделаешь это, я не смогу быть с тобой. Это единственный путь. Это изменит тебя. Быстрее, чем ты думаешь. У меня нет выбора. Я должен сделать это. Но твоя прошлая жизнь. Ей конец. Я это я, Рэйчел. Не. Не забывай меня. Не забывай себя.